Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Квест. Сегодня мы играем в Блок Харрис, точнее я буду делать на нее как обзор. Ну, типа обзор. Это у меня не обзор, а типа обзор, так буду назвать. Игра похожа кое-чем на Майнкрафт. Хотя вообще после выхода Майнкрафта появлялось очень много игр появлялось похожие. Ну, то есть тоже связанные с блоками. То есть так сказать, мода пошла. А, эта игра у нас связана именно с физикой. Это не домики строить. Это как бы я ничего не строю, это уже такая мапа. А, она у нас связана с физикой. То есть... Ну, я вообще знаю только, как тут самолет построить, больше я... Ну, то есть можно ракету построить. Дофига все. Если... Ну, очень такой, как сказать-то... Ну... С фантазией, то можно что-нибудь придумать. А у меня фантазии не очень много, поэтому вот я только знаю, как самолет построить. Больше не знаю ничего, как делать. Так, то есть вот это у нас как руль. Это у нас будет поворачивать право и влево, а это будет нас вести вперед. А также нужно поставить легкие блоки, воздушные, как их так называю. А эти, не поднимайся воздуха, то... не один раз он в воздух улетел просто. Я его не успел поймать. Так, это у нас будет поднимать. То есть тоже еще выбирать нужно, что будет делать винт. Там то-то, то-то, то-то. То есть, так, это у нас правильно настроено. Ой. И мощность еще можно поставить, чтобы там прям вообще быстро. Там. Ну и давайте протестируем. Оп. Полетели. Хе-хей. То есть летать на пробел нажимать вперед. Ну это вперед, вправо-влево, вправо-влево. В принципе, все это. Ну. Обычно. Обычное управление. Только вот на вот эту с другой стороны поставить. Потому что когда я нажимаю направо, поворачивает налево. Когда нажимаю налево, он поворачивает направо. Ну, в принципе, можно привыкнуть. Так, вот мы приземлились. Также, конечно, есть там с очень большой скоростью врезаться куда-нибудь. Может просто нам просто разбиться. Они поудобнее полетели. Не, естественно, не получается еще ни разу разбивать. Но попробуем. Давайте мощность увеличим. Тут будет гораздо мощнее. Ой. Давайте пересядем. Просто аж мягко с воздуха мне не получится пошло. На то у меня и легкий. Подыщи. Сам, ну я знаю, что можно разбить, но у меня ни разу не получилось. Точно, как слишком прочно. Эй! Будет падать. Пыщ. Да, вот такого вот. Своеобразненький самолетик. Ну и, конечно же, такая вот своеобразная игра. Так, на этом все. С вами был Квест. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, потому что лайки это добро. И, кстати, я обязательно оставлю ссылку под видео, ну, на игру, на скачивалку. Ну, вот Small Games, по-моему, да, так называется сайт. Там вот можно найти дофига таких минок. Вот. В принципе, я ее и нашел. Ну, конечно же, обязательно, как я еще раз говорю, обязательно дам ссылку. Ладно, на этом еще раз. Все, еще раз ставьте лайки, еще раз подпишитесь. С вами был Квест, пока.